Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жек, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет, пиу-пиу-пиу. Да, пиу-пиу-пиу. Ребят, вы так часто и так много просите новую серию снайперов, то что, честно, я уже заколебался. Поэтому я специально сегодня выпускаю для вас эту серию. И следующая серия выйдет тогда, когда мы с вами наберем 25 тысяч лайков. И все, не надо больше спамить в комментариях то, что я действую, когда новая серия снайперов. 25 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия. Вы как, Евгений? Вы согласны? Пью. Согласны пью, или нет? Пью, пью, так пью. Вы согласны или нет? Я вот. Абсолютно согласен. Вот, а мы сейчас будем типа прятаться, да? И пью-пью-пью вот это все, да? Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью, ну, пошли. Хорошо. Ну все, пошли, пошли, давай. Я уже на самом деле, я очень давно не играл в снайперов, да. И я очень боюсь, что я вообще ничего не сделаю. А ты как будто я играл, да? То есть я задрочу снайперов, когда ты не играешь. Да, у твоей логики. На самом деле, он ага. Все время играет снайперов. Ну, да, да. Целыми днями. Сам он ждет, пока вы поставите лайки, и все такое, блин, когда же уже поставить? Когда уже новая серия снайперов, да? Но, хотя, конечно, в ХРМ все хорошо, ты меня не отвлекай своими разговорами. Понимаешь, ты меня отвлекаешь. Это такая тактика, я ее придерживаюсь. Ты меня отвлекаешь, и как бы я не понимаю, а куда идти, а куда стрелять? Ну, понимаешь, у меня такая тактика. Зубы мне заговаривают. Ну, тактика. Ну, хорошо, если у тебя такая тактика. Это, конечно, все хорошо. Но, Евгений, я на самом деле уже забыл даже, как вычислять вас в этих самых снайперах. Понимаешь? Да. И тем более еще Игоря нету. Паскуда, ты отвалил? А ты что, меня видел? Да. Как ты меня видел? Ты стоял прям... Я вообще не знаю, почему я тебя не убил, потому что прям я тебя прям целился прям в голову. Я тебя... А подожди, а как ты меня увидел? А вот так, вот, ты, вот так. Ты вот... читерюга, слушай, он меня запалил. Капут, ты читер, Жека, я тебе честно скажу. Понимаешь? Mm-hmm. Читерюга проклятый. А он что, смотрите, он еще и лежит как-то или что-то он там делает. Ты меня сейчас видишь? Не, ну как бы ты лежал и... Я у тебя так же выстрелил, но ты как-то лежал и майнд забагался, и я у тебя не попал. А ты у меня не лежал, ты у меня стоял и прям так... Я прям в тебя выстрелил, прям в твою голову. А! Как? Вот как? Нет! Ты не должен был это сделать! В смысле не должен? В смысле... Хедшотик такой, понимаешь? Башкенцию твою. Это нечестно, потому это что, блин, честно. Я тоже по тебе стрелял, понимаешь? Это все читерство, я согласен. Ну, хорошо, у нас впереди второй раунд, поэтому давай, погнали. Так, Эдисон, мне это не нравится. Все подстроено, все подстроено. Второй раунд, Евгений. А в смысле, а что подстроено, не могу понять. Я, потому что, вот я, понимаешь, по тебе стрелял, вот я прям в Я так же, я так же! Я вот прям целился, как вот просто пипец. Прям там вот так бы в башку. А как ты под таким углом вообще увидел мою башку, я не могу понять. Я не знаю, Дизана, включи ему, пожалуйста, писву, вот тут пауки на меня писву. Атакуют. Нет, это моя секретная тактика, это мои компаньоны, понимаешь, компаньоны мои. Твои компаньоны? Ну, хорошо, я включил, пауки его атакуют. Давай, включай, потому что я боюсь. Поаккуратнее, а где тебя вообще пауки могут атаковать? У меня такой вопрос. А вот, я просто такой сижу и такие... Страшно. Страшные пауки такие, да? Типа, да, прям да, да. капут, какие пауки. С этим я согласен. В общем, а ты где? Тебе все скажи, где я? Конечно. Ты меня уже, наверное, спалил раза три, мне так кажется, да? Мне кажется, что нет. Мне кажется, ты меня спалил уже. Если бы я спалил, я бы тебя уже убил. Поверь мне. Да. Да, мне тоже так кажется, то что. Так оно и зашло. Ты меня еще не спалил. Нет, тебя еще не спалил. Значит, ты еще бы не спалил. Ну ты меня, мне кажется, ты меня обманываешь. А, я тебя когда-то обманывал? Не было такого, не было, понимаешь? Было такое. Да было. Когда? Да постоянно в снайперах меня обманываешь. Когда я тебя обманывал? Ну, Жека, ну что ты такое несешь? Да когда? постоянно. Тебе верить нельзя, понимаешь? Тебе верить нельзя. Нельзя. Что в троллинге меня обманываешь, что ты Не, ну подожди. Троллинг есть троллинг. Давай с этого начнем. А снайпер это вообще другое. Конечно. Обманщик. Обманщик. Ничего я не обманщик. Нельзя тебе верить, нельзя. Обманщик. Блин, я сейчас захватит, что тыкаешь. Ты там что-то тыкаешь, мне страшно. Ты меня целишься? Да. Сейчас, смотри. Сейчас будет такой прям пиу-пау, понимаешь? Такой, ёпа! И Жека сдох. Да? Поэтому... Не надо. Да как? Откуда ты вообще меня убил? Подожди! Я тебя предупреждал. Сейчас будет пиу-пау, и вот пиу-пау произошел. Как? Я смотрел, тебя там не было. А, вот
Я просто хорошего момента поджидал, понимаешь? Понятно, понятно. Ну, хорошо, давай еще один раунд, давай еще один. Давай, давай. Так, если я сейчас проиграю, то это будет вообще, на самом деле, очень это такое... Это будет печально, это печально все будет, на самом деле. Это неприятно, я включаю свою тактику, самую великую. Вот. О, я невидимость? Зашибись. Это-то... Охренеть! Это не тактика, бывает, я забыл выпить. Охренеть! То есть я вообще никого не видел после того, как я умер, я вижу такой ножичек в воздухе, просто убегает. Жека, это не в счет, что это такое? Что это такое? Что за подстава? Хорошо, давай еще раз. Матч-реванш, понимаешь? Реванш! Я понимаю, понимаю, я должен затащить, должен, хотя бы разочек я точно должен затащить. Прям я вот чувствую, что сейчас будет моя победа, понимаешь? Ну, это чувствую, уже, чувствую. Уже к читерсу прибегает, понимаете? Уже с зельем невидимости бегает и просто меня валит. Я забыл выпить, понимаешь? Все очень сложно и непонятно. Офигеть, как непонятно. Ой, Эдисон, я тут, у меня тут проблемы небольшие. Какие проблемы? Даже очень-то большие. Какие большие проблемы? Да я тут вообще не знаю, что теперь делать. В смысле, в смысле, в смысле? Я постараюсь, если я сейчас умру, я не виноват. А что такое? А что такое? Да нет, все, все хорошо, понять, все хорошо. Понимаешь? Я не понял, все что хорошо. Сейчас было. Это, конечно, все очень хорошо, то, что это все хорошо, но я не понял, где ты. И куда ты, что ты там упал, или что ты там сделал. А, то есть ты что-то знаешь, да? Не, ну если ты сказал, у тебя большие проблемы, какие у тебя еще большие проблемы могут быть на этой карте? Заговаривают мне зубы, это бла-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 бла. То есть они сейчас лечатся, и все. И он его завалит, да? У тебя вот такая тактика, как я понял, да? Да. Не, на самом деле очень даже хорошая тактика. Потому что я до сих пор тебя не увидел. Да. Это, конечно, все очень даже круто, то, что ты не сидел на месте. Но я тебя не вижу, вот в чем проблема. До сих пор. Вот я тебя. А раунд уже длится где-то 2-3 минуты. Это ужасно, да. Это. Конечно, это ужасно! Ну вот я вижу там какой-то дым на другом конце карты, но. Где ты? Значит, на другом конце карт, значит, мы с тобой... Ну, это я образно сказал. Да, это просто, ну, тебя запутать, понимаешь? Это я тебя запутал, да, я понимаю, обманул я тебя. Понимаю. Чё ты там стреляешь куда-то, пуляешь, что-то там... Чё ты там... Пух-пух, пуляет, он пуляет, ты не пуляй! Так не делается. Как ты сейчас делаешь, так в принципе не делается. Давай с этого начнем, а? Как не делается? Вот так, как ты сейчас делаешь. А вы посмотрите на него, Джека, ты чё, охренел? Чё? А чё ты сделал только что? Чё я сделал? Четырюга проклятый. В смысле, что? Что я сделал? Охренеть, я сейчас честно так офигел, то, что себе даже не представляешь. Как, что я сделал? Выстрелил вот этой хренью, ага, и конечно. Чё ты меня заговариваешь? О, Жека, чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Шо творит? Шо творит? Вы только посмотрите на него! Это ещё я шо творю? Да, это шо ты творишь? Вы посмотрите! Да, Жека, ты, конечно, меня разозлил, я тебе честно скажу. Настолько, то, что ты себе даже не представляешь, Евгений. Да? Да. А я тебя вижу! Смотри, сейчас будет пиу-пау! Смотри, чекай, чекай! Давай, сейчас будет пипер. А! Пошел в сраку! Ты в смысле, говно! Какую сраку? Ты где, Жека? А ну давай, ты куда убежал? Убежал он, смотрите! Я же пальнул! Наконец-то я тебя завалил! Ты где шлялся столько времени? Почему это три раза тыкнуло, у тебя даже урода не нанеслось? Ну я тоже раз 10 тыкнул, но я стукнул тебя только два раза. Как это так работает? Непонятно. Ты Евгений читер, я тебе честно скажу. Читерюга просто, понимаешь? Читер. Давай, всё. Это последний раунд, давай. Ну давай, хорошо, давай последний. Финальный раунд, Евгений, финальный. Что, как бы этот финальный раунд, к сожалению, ничего не изменит. Да, не решающий, но зато финальный. Это для подписчиков, чтобы было больше лайков и больше серий снайперов, понимаешь? Это всё для них. Мне кажется, мне все засрут в комментариях, что я не умею играть в снайпер. Ребята, я не умею играть, не затирайте меня, пожалуйста. Это не первый раз, не первый раз, понимаешь? Ни ты, ни Игорь. А Игорь вообще хоть раз выигрывал в снайперах или нет? Да нет, вроде. Не. Но только в постройках он выиграл, ну, поэтому... Эдисон у нас прям снайпер по жизни, вот я... Это... Просто... Стрелок. В общем... Где ты? Да я тебе не скажу, где я! Почему я должен тебе говорить, где я?
Чё? Я тебя еще ни разу, понимаешь, ну как бы специально не спалил. Я либо бегал, как ты тебя вот так вот нашел. А, случайно нашел, да? А вот сейчас, когда ты на лестницу забрался в предыдущем раунде, ты бегал туда-сюда по кругу карты? Ну не по кругу, но где-то на половине карты все время перемещался там. Не нашел меня. И вот так. Случайно взял и нашел меня, да, получается? Вот так вот так и было. Это, конечно, все хорошо, Евгений. Да. А, но проблема. В прошлом раунде видел, как ты по крану бежал, и потом я тебя потерял. А потом я понял, что ну, если по крану, значит, скорее всего, туда, поэтому пошел туда. Это, конечно, все даже хорошо, я тебе. Но это не помогло, понимаешь, моя тактика все равно не заработала. Тактика, да, тактика такая себе на самом деле была, но не факт и не суть. Тактика была хорошая, хорошая. Тактика факт, была. И все. Да это пипец, у меня уже руки устали целиться. Палец целится устал держать на прицеле, понимаешь? А где ты? Где ты? Евгений! Евгений, где ты, понимаешь? Я не могу тебя. Не могу тебя найти! Где ты меня стрелял? Откуда-то такая, смотри. Да почему я такой косой? Объясни, пожалуйста. Да я не знаю, я не знаю. Я не знаю, почему ты такой косой. Я бы тебе сказал, но не могу сказать, понимаешь? Не могу тебе сказать. Я б сказал, но не скажу, понимаешь, не скажу. Потому что я не знаю, где ты, но ты меня видел, и, наверное, ты знаешь, где я спрятался. Это все очень печально. Печально, понимаешь? Печалька такая. Пи. Пи. Пи, да. Вот ты печалька, конечно. А где? Тут ты собака. Где ты? Чё ты орёшь, не понял, ты где? В смысле, ты только что... Ты куда пропал? Я имею в виду, ты что, там невидимость выпил? Я вот четко видел, куда ты идёшь. Всё, тебя нету на карте, всё, ты пропал. На карте нет. А, у тебя вообще там какая-то мини-карта, да? Тогда получается есть мини-карта. Да, у меня мини-карта. Ты где собака-то такая, а? Собака. Ты куда скрылся? Да где? Я не понимаю, почему я уже третий раз стреляю и не могу попасть. Это пипесос какой-то. Пипесос, вот так вот я могу сказать только. Я бы тоже сказал такое слово пипесос, но я вообще не представляю, откуда ты меня три раза стрелял. Три раза, понимаешь? Три раза! Почему такой пипесос? Почему я по тебе стреляю, а ты как-то не умираешь? Пипесос. Я согласен, то, что это пипесос, только где ты, мать твою? Ты меня напрягаешь. Ты что-то подрубил, мне кажется. Мне кажется, подрубил читы. Думаешь? То есть да. Бессмертные, да, какие-то читы? Бессмертные такие. Да. Бессмертные читы такие. Такие бессмертные. Я... Да! Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Где я? Где я? Где я? Где я? Жека? Где я? Жека? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Там какое-то произошло такое непонятное. Понимаешь? Непонятное такое произошло. Непонятно, ваш П. Вот. Да. Жека, вот этот раунд уже как-то слишком долго длится, понимаешь? Затянулся. Ты понимаешь, что я тебя видел всю... Я не могу по тебе попасть, я слишком косой, я не могу. Я не знаю, где ты, откуда ты вообще можешь стрелять? У меня вот такой вопрос. Понимаешь, вот я видел тебя даже сейчас, я спальнул, я не попал опять! То есть ты даже сейчас меня видел? Да, ну, я не знаю, там, сейчас, не сейчас, но... Не знаю, где ты сейчас, но я тебя видел только что. Да, не знаю, где я сейчас. Не, ну если ты никуда не перебежал, то я знаю, где ты. Если ты перебежал, то я не знаю, где ты. Ты где? Ну где ты? Я не знаю, вообще не понимаю, понимаешь? Понимаешь, не понимаю. В жопе. Откуда открывается такой хороший обзор? Где? Я вот, это новая секретная точка в снайперах, понимаешь? Новая секретная точка. Вот. Которую знаю только я. Собака! Эдисон, я честно не знаю, как ты меня не запалил, я всю серию сидел вот здесь. Где? Всю серию абсолютно я почти сидел вот здесь и перебегал на вышку и сюда. Да ты читер, понимаешь? Ну, хорошо. Главное, что не в сухую, это самое главное, понимаешь? Да, это... 3-1, это... Ура! Победа! Поздравляем с не сухим поражением. Не сухое поражение, тоже победа. Вот, можно так сказать. В общем, сейчас будет сложный разговор, на самом деле. Я опять скажу то, что... Чтоб вы не просили, каждый день, под каждым видосом, новую серию снайперов, 25 тысяч лайков набираем, и сразу же выходит продолжение. Поэтому докажите, вот реально, вот сейчас докажите мне, как вам нравится снайпер. Нравятся ли вам снайперы или нет? Лайкусик, пипусик, писка, подписка и на мой канал, на канал Евгения, да, Евгений? Да, согласен. Вот. А мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.
А еще один видос, вот, где я играл ненормального дедульку в рубрике Евгения про ненормальную бабульку, вот. Поэтому советую вам глянуть также, да.